наконец-то подчинили. Посмотрите, какой у нас чувак здесь. Мы вообще там поехали. Бро, у нас есть ужин, успокойся. Воняет здесь конкретно помойки. Вау. Видел, там через полумертвого тела прыгает. Как же я обожаю Рина. Let's go! О, бля, холодно! А ну и хренки! Кайф, кайф, кайф! Люблю Рино. Реально вот такую бандуру могут сделать. Опа, а где велики? Здесь стояли наши велики. Ждем. Дерутся? Не, папа, ты ее. О! Прикольно, Индиана Джонс и храм судьбы. Нас наконец-то починили. А Глеб купил велосипед. Красава! Наконец-то мы снова на дороге. Не прошло и суток. Let's go! Наконец-то мы добрались до Рино, Невада. Солнышко уже садится потихоньку. И сейчас будет бомбезно. Посмотрите, какой у нас чувак здесь на синем велике. Слушай, да это вообще из GTA, блин, как его, CJ. Ха-ха-ха. Поехали, поехали скорее. Я соскучился по классным приключениям. Выезжаем с тракстопа. Если бы вызвали, то этот бы нас, наверное, и товал. Стой, стой, не лезь, пусть выйдет. Поехали. Протиснемся. Налево и прямо. Все человеки здесь живут явно. Так, великом зеленый, вау! Слушай, да здесь инфраструктура для велосипедистов лучше, чем в Калифорнии. Я для велосипедов не видел еще светофоров. Оф! Оф! Ха-ха, злющая какая! Мелкая. Мы не поехали вдоль хайвея. Там очень ветрено, но здесь тоже ветрено. Там была прям шикарная велодорожка. А здесь эта улица отмечена как пешеходная тропа. Типа трейл, так называемая. Ну и чё, так местами симпатично. Hello. Лер, смотри. У автобуса рога. Мне кажется, мы обратно сможем на велике, на автобусе доехать. Повесить его. Я ни разу не ездил с велосипедом. Да, да. Там крепления под велики были. Вообще по ***ям поехали. Ну как получается, торопится, торопимся.
чтобы до заката искупаться в реке. Здесь даже голуби срать боялись, а мы едем. Да, это Truckee River. Она самая. Вот мы из Партс, Невада, въезжаем в Рино. Чувак с арматурой делает пасы руками и движения. Оч, оч, оч. Бро, у нас есть ужин, успокойся. Какая красота у них в парках, а? Мне все больше нравится. Воняет здесь конкретно помойкой. Но я думаю, мы доедем здесь. Должны доехать. Не просто думаю. Мы доедем до центра города, и там будет бомбезно. А вон он уже. Я его вижу. Эй. That's cool. Hola. А, все правильно. Вау. На National Automobile Museum. Я здесь был. О, зацени тема. Yep, мы в самом даунтауне. Проехали вон оттуда и попали в самый даунтаун. Сегодня здесь будет все веселье. Батя им покажет, как надо. До реки надо оставаться, просто, ну, здесь все веселье будет. The River Walk. Здесь все казино, вся туса. Рино, Невада, второй по размерам город с игровой индустрией после Лас-Вегаса. Что, покажешь им, как надо? Видел там через этого? Через полумертвого тела прыгает. Как же я обожаю Рино.
Город Рино начался с того, что переселенцы начали заселяться на луга, так называемый Рино Медоуз. Это была еще деревушка. И потом в 1868, по-моему, году построили мост через реку Траки, река Траки. И город получил официальный статус города. Потом проложили железную дорогу, переехал университет, потом еще хайвей I-80. И Рино стал третьим после Лас-Вегаса и Хендерсона по количеству жителей города. Третий в Неваде. Ну, походу, вода не холодная. Ола. Ну чё? Да? Let's go! О, бля, холодно! Отлично! Кайф! Тут реально прям скользко. Да ну и хрен с ней. Фух. Это бумажник мой хоть? Ты че его все? Сьерра Такаус. Надеюсь, места есть. No parking on sidewalk. No parking что, велосипеды? Мы в пивоварне Рино, на берегу реки Траки Ривер. Здесь я уже не первый раз. Дали мне местное пиво Polish Wolfpack. Пойдем на улицу. Что, нормальный столик? Конечно, нормальный. О, кайф, кайф, кайф. Люблю Рино. Ну что, буярин, я тебе уже показал Тракстап, теперь Рино. Еще много всего интересного впереди. Трам-парам. Вот это корчелыга. Наши деньги не нужны были, правильно? Ну. Давай, давай, давай. Здесь где-нибудь притарабаним. Ну и так. Ресторан, да. Еще третий этаж есть.
вышли. Пицца за 18 баксов. Должна быть вкусной. Много-много сыра. Я так понимаю, это в натуральную величину. Да нет. Да, да, смотри. Стопудово. 8 моя ладонь. Реально вот такую бандуру могут сделать. Опа, а где велики? В эфире Радио Техас. Я отвез Глеба месяц назад. С того момента я уже проехал много миль, посмотрел много классных мест и снял об этом видео. Вся свежая информация находится в моем телеграм-канале. А если ты хочешь стать крутым дальнобойщиком, вкручивать длинные мили и зарабатывать серьезные бабки, проходи по ссылкам под этим видео. Здесь стояли наши велики. Охранники долго выебывали, чтобы я им ID показал. Я его спрашивал, а что ID... Что ID даст? Что там написано? Номерной знак моего байка? Там ни хрена не написано, просто правило. Надо было показать ID. По-моему, ну ладно, хорошо, что нам их отдали. В смысле хорошо отдали? Что их никто не угнал. То, что не угнал, да, ну камон. Серьезно, через казино угонь.
Прикольно, Индиана Джонс и храм судьбы. Опусти ее. Yeah. О, все, let's go. Thank you much. $3, okay. Five. Put a five in, and then put another. Does it accept card? No. Okay. Okay. And I have. It'll give you a ticket. I wanted to give. And then put one more dollar in, and it'll give you another ticket. No, 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 забудь, у меня есть доллар. Thank you much. Высадились с автобуса. Вот у меня тут есть профессиональный снимальщик велосипедов теперь со мной в команде. Рина великолепен ночью. Днем он классный, а ночью великолепный. Снимай меня. Так, и что? Что на меня взглядывает? В другую сторону, бро. Вот так. Отель Денвер. Что вы думаете, велосипеды здесь на руках носят? Нахрен надо, вот лифт есть. Все, настреляли. Ты что, тут один сэндвич пятнашку. А завтрак на двоих получился чилими 74 бакса. На филе. Про что цены. А, кайф. Самой вершины горы течет. Вот это слезачок. О, я ужасен. У-у-у. Ты че, чуть не уехал без меня? Опа, не гулят. Ну, в следующий раз со мной, знаете. Ты же, ну, сам, <что-то, что-то, что-то. laughs>